Губернатор Подмосковья выразил уверенность в том, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве в поиске общих интересов. Территория Московской области интересна, привлекательна, и мы со своей стороны готовы обеспечить максимальные условия для ведения бизнеса, а также рассмотрения партнерских отношений в области культуры, обмена в рамках проекта «Породненные города». Поэтому мы вас приветствуем, рады видеть и готовы обсуждать всевозможные форматы сотрудничества. Действительно, Московская область – один из самых важных партнеров для польского бизнеса в Российской Федерации. Но для нас ваш регион тоже является очень важным партнером и для наших региональных властей. Но, конечно, экономическое сотрудничество для нас имеет стратегическое значение. И Московская область – это партнер для многих наших и экспортеров, и инвесторов. Одной из точек соприкосновения собеседники назвали уже фактически готовый начать работу завод по производству медицинских материалов, строительство которого завершается в деревне Коробово. Здесь будут изготавливать наборы для стерилизации и перевязочные материалы. Строительство объекта уже закончено. В июле месяце планируется получить акт ввода в эксплуатацию, сказал Марчин Ковальчик, генеральный директор компании «Белла». На предприятии будет организовано 200 рабочих мест. Это будет еще одно предприятие компании «Белла» на территории области. Первое по производству предметов косметики и для интимной гигиены работает в Егорьевском районе. Там трудится 900 человек. Помимо производственных мощностей, «Белла» создаст в Ленинском районе центр обучения медперсонала по уходу за тяжелобольными пациентами. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».